Всем привет! Дипломатия и жалость – это непродуктивное чувство, ровно как и сентиментальность. Они свойственны хорошим людям, но в международных отношениях и важных делах – это не путь. Именно трезвость мысли, логическая опора и умение принимать непростые решения в самых сложных ситуациях позволяют нашему миру не скатиться в пропасть хаоса и отчаяния. Вместе с этим сострадание и чуткость по отношению к окружающим в традиционном общении между людьми являются важным показателем силы и качества личности человека. Проявляя эмпатию, сочувствие и сострадание к другим людям, мы открываем наши истинные положительные качества, которые отличают человека от других биологических видов на планете. Учитесь прощать, поддерживать, помогать людям в сложных и непростых ситуациях, особенно вашим близким, а также проявляйте милосердие. Принимайте решения о помощи как логикой, так и сердцем. В каждом конкретном случае спрашивайте свой разум, что будет от того, если я не помогу, и что будет от того, если я помогу. Взвешивайте все «за» и «против», и делайте правильный выбор.